глобально, скажем, да. А скажи, не было что-то неожиданное для тебя вот в этом игровом пути? Были не то, что неожиданные сочетания вот каких-то штук, вот как, допустим, нечестность на уровне духа, до сих пор не могу понять, что это может значить. Это домашнее задание. Да, ну вот серьезно. А скажи, пожалуйста, а вот то, что ты интеллектуальный уровень проскочила? Вот тоже для меня огромная загадка. Я не понимаю, хорошо это или плохо. Хорошо, не понимаю, хорошо это или плохо. А это как-то связано с... Ну, бывало у тебя такое, что ты совершенно не понимала, как на уровне сознания, на уровне ума, что ты делаешь? Вот помнишь, после того, как я проскочила...